Привет, Ютуб! Пора покушать. Поки будем есть. Ужинать ими будем мы с тобой. Это клёцки корейские с клейкой муки рисовой, белой. Что такое токпоки? Ну, может, кто не знает. Раскатывается из клейкой рисовой муки поки, длинные такие, лапша толстая, и потом нарезается на каритоки, маленькие такие, уже вот то, что лежит здесь. Ну, клёцки. Что, не знаешь, клёцки, что ли? Галушки русские. Ну, в смысле русские. Ну, галушки. Галушки все знают. Клёцки, галушки. И в особенном соусе все это съедается. Вообще, на разные праздники, на Новый год, ихний, егошний, егонный, там они сладкие токпоки едят, каритоки. А мы вот попробуем всю линейку. Скупил, Макс? Около 250 рублей одна баночка стоит этого продукта. Не дешево, вообще не демократичная цена. Готовится всего 3-4 минуты, 2-3. Минут 5-10. В микроволновке. Сейчас скроем, посмотрим, как вот я, видишь, приготовил уже корейские причиндалы с русскими перемешку, палочки там и все есть. У нас здесь, смотри, значит, острые на картинках есть. Острые, юпоки. Вообще токпоки, а почему-то юпоки написано. Здесь у нас томатный, и здесь я так подозреваю, что сырные. Начнем. Ладно, с лайтовых начнем. Начнем с сырных. Смотри, как замаскировали. Я бы, если бы украл в магазине эту банку, я бы не заметил, что она внизу, эта штучка находится. Но я этим не занимаюсь. И никто не должен этим заниматься. Давай откроем, посмотрим, что как. Очень плотная крышка здесь есть. Вот они сами токпоки. Для русских нас написали, чтобы этот пакетик мы не ели. И здесь приправа у нас. Ну, сухой порошок. База. Вот этот пакет мы открываем и нюхаем обязательно. Чем-то, как будто, знаешь что? Как будто чем-то кисленьким или, как тебе сказать, алкогольным я, как, типа, такое что-то. Так, засыпка тут есть. Очень простое приготовление. И высыпаем сюда вот этот пакетик с приправами сырными. Вот так выглядит все это дело. И берем чайник и наливаем 50 грамм примерно воды. Просто кипяченой, может, теплой воды. На глаз, я не знаю, как налить. Вот так налить на глаз. А из другого вылиться. Ну, много даже налил. Обязательно палочками размешиваем. Корейское блюдо. Хорошенько перемешиваем все это дело. И мы пакет чуть не заварили с тобой, который есть не надо. И палку выкинем. Все, размешали. И на 700 градусов в микроволновку ставим. Нашу шатан-машину. Микроволновка, 700 градусов. Раз, два, три. И поехали. И все баночки таким образом готовить будем с тобой. Но сейчас будем поочередно. Сейчас приготовим одну, попробуем. Потом другую попробуем, третью. Ну все, финишная прямая. Мы уже с голода умираем. А у тебя там все быстро это делается. Запах интересный, что написано? Со сливочно-луковым. Банка деформировалась у нас вот таким образом. Ибо горячая. Ну, зато сварилась точно. О, прям супец. Очень нажористо выглядит. Как ты прочитала? С чем? Со сливочно. Что там? Сливочный соус какой-то. Луковым соусом. А, во, луком и пахнет. Вот таким образом выглядит это дело. Очень горячее. Всем, кто кушает полезным тита. Божественно вкусно. Любовь, я на палке давать не буду. Сладко. Сливочный вкус. Вот так. Любовь Геннадию не дадим. Горячо надо. Такие вязкие, вот как жилы. То, что Макса любят. Сладко-вкусный вкус. Мягкие, как подушка. Как мармеладные мишки. Макс не совсем кореец, поэтому как попало. Соус густой. Много сладкого. Вот такой соус. Сливочный. Очень вкусно. Пойдем дальше. Дальше у нас с тобой томатный токпоки. Ел бы каждый день, вот, честное слово. Ну, я думаю, пару минут даже хватит, потому что успели свариться. Кстати, по калориям я тебе говорил или нет, я не помню. В среднем у нас здесь, так, ну да, 250 рублей баночка. И в среднем 320 килокалорий. Да. Но имею в виду, что это, несмотря ни на что, рис, а это углеводы. Так что, понимаешь, такой же пакетик, такая же баночка. Такие же юпоки. Все то же самое. И в микроволновку. Пакетик мы на этот раз выкинем. Тут у нас лежит томатная паста. Сухая. Сублимированные вещи, блин. Е-мое, в космос летают с ними. Шучу. Ау! Да, вот такой вот.
красненький он. И будет пахнуть, я уверен, божественно. Вообще, очень мне нравится корейская кухня. Готовят божественно. До последней капельки заливаем маленько водички. Примерно 50-80 грамм. Ну, это раз ложкой можно размешать. Сразу красненькая такая структура стала. Пахнет сразу, да, томатами. Вот, прям сильно пахнет этим, кетчупом. На этот раз, наверное, 2 минуты сделаем. Вот, 700, раз-два минута. И хватит. Можно пока отдыхать. Пока есть можно. Мы пока есть будем соблюдать. О, пойдем пока посмотрим, как оно выглядит. Прям нажористая такая тема, вот такая. Вот такой соус. А когда варилось, интересное дело, пахло горохом. Вот такая тема. Ел бы каждый день, вот как шаурму или гамбургеры, чизбургеры, макчикены и прочие вещи. Очень вкусно. Ну да, пока не будем есть тогда. Давай закроем. Она как шампанское, если один раз открыл, уже не закрывается. Итак, прикроем символично. О, ультра сильно пахнет кетчупом. Вот такой вид имеет вся эта тема. Прям красный такой соус. Для начала либо в Геннадию не дадим попробовать. Дуй. А мы палками попробуем. Сказал еду, и она так засунула. Чего-то много. Но там еще есть какая-то пряность. Какая-то приправа сильно пахнущая. Угу. То ли карри. Нет. Знаешь, что, на что похоже? А то, от чего у меня голова болит. Гвоздикой пахнет. Нет, розмарин. Фу. Сильно пахнущая. Убираем. Ну и самый долгожданный... Именно для меня продукт – это острый токпоки. Вот такие крышечки, кстати, они все деформируются вместе с банкой при готовке. Сейчас посмотрим, может, на булдак будет похоже что-то. Ну, токпоки сами и переправа. Везде одинаковое количество их насыпано. Специально для нас русских написали «не ешьте этот пакет». Видимо, были инциденты, наверное. Но мы его есть не будем. Я его потом съем. Че, дурак что ли? Я его в суп положу потом. Все то же самое ровным счетом. И самый драгоценный пакетик. Надеюсь, с Каролина Риппер. Угу. О! Шибануло. О! Достаточно красное. Вот это такпоки для Максов. Прям абсолютно. Насыпаем, размешиваем и в духовку. Ну, если у тебя микроволновки нету. Можешь и в духовке приготовить. Цвет вот такой имеет. Токпоки я купил все, что были. Больше там не было никаких других. Туда, сюда, тыры-поры-растопыры. Сброс, микро, раз-два. Давай, три сделаем, а две с половиной продержим. Ну и ждем, сейчас попробуем. Ну все, наш эпик. Надеюсь, острые токпоки. Пахнут, кстати, вкуснее всех прочих банок вот этих. Ой, пар в нос. Чем-то мясным. Ну да, они красненькие. Вот таким образом выглядит это дело. Ну те красные были от томатов, а те просто. Вот Любовь Геннадьевне, а себе я сейчас отдельно зацеплю. И будем пробовать, булдак или не булдак. Эти самые вкусные. Тоже сладкие. А, острые. Ну да, что-то острое есть. Ну не булдак. А бульон острый? Сильно острый. О, хорошие. Кто не ел, а по шкале Сковела не сильно понимает, как и я, скажу, что это как два дошика говяжьих красных вот этих примерно. По остроте. А воду попробуем сейчас. Ну вода как от булдака вот такая. Самый вкусный. Не потому, что он острый, а потому, что он вот, реально мясной какой-то привкус. Вот скажите, Любовь Геннадьевна. Нет. Не хочет говорить. Нет там мясного ничего, там острота. Вот такая структура, 2,5 минуты они готовились. Достаточно этого. Я бы сказал, как 3, наверное, дошика вот этих красных по остроте. Примерно, ну примерно, наверное, как чили-перчик. Примерно как чили-перчик, вот такое ощущение. Для сравнения, чтобы ты понимал. Ну, за 250 рублей, разумеется, я покупать не буду повседневно жрать такую тему. У меня это гроши не позволят, нам такие вещи есть. Что нам тут? Это нам по банке хотя бы 3, наверное, нарыло, надо, чтобы перекусить. Ну, а попробовать и рассказать тебе, почему... Почему нет? И сами попробуем, тебе расскажем. У нас самое вкусное для любителей с огоньком. Те тоже неплохие. Томатный, очень насыщенный томатный вкус. Ну, а вот эта тема, я не знаю... О, самые сладкие, короче говоря, вот эти темы. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Все для тебя. Поэтому береги себя и своих близких. Здоровья всем. Мы будем перекусывать сейчас скоро уже. Мы каши, наверное, сварим, да? Да.
Мы кашу сегодня будем лаптем есть. Русские! Я русский! Не, у меня так не получится никогда. У него пропел какой-то голос такой. Васька думает, что за фигня. Ну ладно. Вот такие штуки были на обзоре у нас с тобою. А, кстати, купил я их в специализированном корейском магазине. Корейские, японские, всякие сладости, ништяки продаются. Не со зона. Поэтому скриншот тебе не вставил. Но на зоне тоже можно найти. Береги себя. Пока. Мы будем перекусывать. Нам тоже приятного аппетита. Войся передовой там. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.